вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба, точно російські. Прямо над хатами. Прямо ось над хатами літають, падли. Полетіли в сторону аеропорта, бомблять аеропорт, чути, що йде бій. Вже штук 30 нарахував точно. Побежали. Давай. Подвал. Так, все тапочки. Шукайте там. Подвал. Вещи, блін, вещи. Блядь, ебать, павали в нас Слышу. Ух ты ж, ёлки-палки. Сбили что-то. Ё-моё. Да, мам. С вертолёта, два вертолёта. Привет. Один подбили, а второй что-то там, смотри, стреляют, падает. Нас стреляют. Да, вертолёт. Серёжа снимает видео, я тебе потом пришлю. Он подбитый, смотри, сейчас все будет падать. Блин, один уже сбили, один уже сбили. Ну прямо с балкона снимаем. Ну, садится, смотри, на поле. С балкона. С балкона будет влево, тут лес, у нас и поля. Сел. Да. А там смотри, что стоит. Дым на аэродроме. А я не знаю, что там случилось, Марчик. Прилетело два вертолета, начали стрелять по аэродрому, с аэродрома прилетела ответка. Чувак, буква В, буква В, чувак, возле вертика прям стоял, обстрелянный нахуй вертолет, буковка В. Да мы задержали тут родового, поэтому мы же пришли на пересечку, но нахуй вертолет подбили, тут где? Все, по обстрелянной у нас на поле стоит. Российские номера заклеены. И трохи подбили российской техники под Сумами. Точнее, что это окраина Сум, блядь. Просто трэш.